10 километров, вы уходите налево, 5 километров направо. После поворота стоят синие знаки с такими же обозначениями. Внимательно относитесь к желтым знакам. Если они где-то стоят, то значит либо там уклон, либо дерево, либо неровность трассы. Будьте внимательны. По полям. Трасса логична, она везде идет накатанной. Сворачивать с накатанного вам некуда. Помимо знаков на трассе находится лента. Под ленту не лезем. То есть, в принципе, все нормально. Старт, финиш. Мои удачи. Спасибо большое. Да, действительно. Ну что же, уважаемые спортсмены, участники. В интернете столько поверить. Можете Дайте понюхать себя и все. Гори, гори, пень, дай канаве почку. Ой, тихо, все живет. Можете мне из этого лыжника. Стартовала часть номер Нет. У меня там нет парашюта. Вот если со склона. Я себе дам его. Все, что нужно, у меня в пологе. Есть
шлейка. Обычная шлейка, что? Давай. Так. Доставал участник номер 4 Старостина Екатерина.
участник номер 5, Войтенко Алена. Иди вперед, 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 иди. Вперед! Вперед!
быстро, да? Прям Действительно так, как и должно быть. Если вы не знаете, как тренировать, как учить хорошего вашего питомца, обращайте внимание на данную процедуру. Это я. Не забывайте и про то, если вы восхищены работой.
Здорово! Наши аплодисменты! Еще раз с огромной радостью приветствуем участников соревнований, наших спортсменов, которые объединились на одном нашем спортивном мероприятии, приехав из абсолютно разных городов. Город Екатеринбург, вы здесь с нами? Город Челябинск! Город Уфа! Город Магнитогорск! Да! С одной стороны, обычному зрителю покажется, что все пролетело незаметно, быстро, легко, просто, ненавязчиво, но... Надо впереди, впереди сюда, нашим быстрее. Нашим спортсменам и их верным помощникам приходилось порой действительно тяжело. Мы видели, как финишировали спортсмены, и это достойно уважения. Вы большие молодцы. Ну что же, мы готовы перейти к церемонии награждения. Приветствуем не только друг друга, но и наших организаторов. Специалист Союза молодых металлургов и организатор соревнований Дмитрий Казаков. Аплодисменты. Также приветствуем специалиста Союза молодых металлургов Таисию Габитову. Аплодисменты. Начнем мы, конечно же, дорогие друзья, с скиджоринга. Женщины на расстоянии 10 километров. Итак, грамотой за третье место в соревнованиях по гонкам на собачьих упряжках. Стальной рубеж 2017. Скинжоринг. Женщины 10 километров. Награждается Пушкина Кристина. Аплодисменты! Можно, можно еще аплодировать. Что вы стесняетесь? Грамотой за второе место. Скинжоринг. Женщины 10 километров. Награждается Шишканова София. Второе место. Аплодисменты. Грамотой за первое место в соревнованиях по гонкам на собачьих упряжках. Стальной рубеж 2017. Скиджоринг. Женщины 10 километров. Награждается Опалева Елена. Наши аплодисменты. Первое место. Опалева Елена. Не забывайте фотографироваться. Делите места, вот два.
наш. Радуйтесь. Овации, овации, друзья! На улице становится холоднее, правильно? Надо как-то вот, надо купать, купать в овациях наших героев. Но они старались, спасибо и участникам, их верных друзьям. Следуем далее. В соревнованиях по гонкам на собачьих упряжках. Соленый рубеж 2017. Скиджоринг мужчины 10 километров. С третьим местом спешу поздравить из Могилова Рима. Аплодисменты. Из Могилов Рим. Третье место. Грамотой за второе место. Скиджоринг мужчины на дистанции 10 километров награждается Агапов Павел. Наши поздравления. Второе место. Грамотой за первое место в соревнованиях по гонкам на собачьих упряжках. Стальной рубеж 2017. Скиджоринг мужчины. Дистанция 10 километров. Награждается Сытин Никита. Аплодисменты! Конечно, аплодисменты, конечно! Продолжаем церемонию награждения. Переходим к дисциплине упряжка. Две собаки, 5 километров. Итак, грамотой за третье место награждается Ефименко Игорь. Аплодисменты! Фролова Анастасия, ваши аплодисменты! Примите наше поздравление! Ну и, наконец, грамотой за первое место в соревнованиях по гонкам на собачьих упряжках. Стальной рубеж 2017. Упряжка, две собаки, дистанция 5 километров. Награждается Антонов Владимир! Победителей и призеров! Продолжаем церемонию награждения. Переходим к грамотам. Упряжка 4 собаки. Дистанция 10 километров. Итак, грамотой за третье место награждается Моисеева Мария! Грамоты за второе место. Упряжка, 4 собаки, дистанция 10 километров. Награждается Войтенко Алена. Ваши аплодисменты! Наконец, грамотой за первое место в соревнованиях по гонкам на собачьих упряжках. Стальной рубеж 2017. Упряжка, 4 собаки, 10 километров. Награждается Старостина Екатерина. Наши аплодисменты!
аплодисментами победителей и призеров. Это уже действительно становится традицией среди наших участников, спортсменов. Это символ, это флаг того места, откуда они родом. Молодцы, так держать. Продолжаем. Упряжка. 6 собак. Дистанция 10 километров. Грамотой за третье место награждается Валеева Наталья. Грамота за второе место. Упряжка, 6 собак, дистанция 10 километров. Награждается Березуцкая Ольга. Грамотой за первое место в соревнованиях по гонкам на собачьих упряжках. Стальной рубеж 2017. Упряжка 6 собак. Дистанция 10 километров. Награждается. Сейчас будет неожиданно, друзья. Валиева Наталья! Аплодисменты! Да, такое бывает. В данных видах спорта такое бывает очень часто. Аплодисменты победителям и призерам. Продолжаем церемонию награждения. Грамота за второе место. Упряжка. 4 собаки. Дистанция 10 километров. Я так полагаю, другая возрастная группа, скорее всего. Ну, вы поймете, уважаемые спортсмены, правильно? Награждается Валеева София. Аплодисменты! Поздравляем, поздравляем! Не стоим, не грустим, улыбайтесь, друзья, аплодируйте! Грамотой за первое место. Упряжка. 4 собаки. Дистанция 10 километров. Награждается Евлампиева Лидия. Друзья, вы тоже могли бы выйти сюда на эту сцену и его поддержать. Браво, браво, молодцы! Поздравляю вас! Двигаемся далее, друзья. Грамота за первое место. Я скидываю, прости, тут написано сейчас. Грамота за первое место. Скинчоринг. Юниоры. Дистанция 5 километров. Награждается Исмагилова Эльвира. Наши аплодисменты. Наши поздравления, овации, искренние эмоции. Молодцы! Не забывайте про фотосессии, про ваши улыбки, про ваше восхищение. Ну что ж, дорогие друзья, переходим и продолжаем, точнее, церемонию награждения, переходим к грамотам за участие. Скейтжоринг, мужчины, 10 километров, награждается Ярмухаметов Артём. Аплодисменты! За участие! Можно. Также грамота из-за участия. Скейтжоринг, мужчины, 10 километров, награждается Агапов Павел. Аплодисменты! Что-то я не понял, он же это, он занял. А, он же с двумя собаками, вот с другой. Грамота из-за участия.
скиншоринг. Мужчины 10 километров. Награждается Шишиморов Сергей. Грамоты за участие. Упряжка, две собаки. Дистанция 5 километров. Награждается Залавин Роман. Грамоты за участие. Упряжка, две собаки. Дистанция 5 километров. Награждается Сулимова Евгения. Грамотой за участие. Упряжка, две собаки, 5 километров, награждается Тихомирова Майя. Не берегите силы, аплодируйте, друзья! Грамотой за участие. Упряжка, две собаки, 5 километров, награждается Пономарева Маргарита. За участие. Скиншоринг. Мужчины 10 километров. Награждается Мажгин Олег. Ваши аплодисменты. Мы обязательно передадим ему эту грамоту личным заказным бандеролью. Вот так вот. Да. Друзья, ваши общие аплодисменты и овации. Свершилось. Удалось. Получилось. Браво! Конечно, право высказаться, подвести некий итог и соревнования объявить закрытыми предоставляется специалисту Союза молодых металлургов и организатору соревнований Дмитрию Казакову. Аплодисменты! Друзья, рад, что вы все дошли до финиша, что вы показали отличные результаты на такой сложной трассе. Хочу вам пожелать удачного завершения зимнего сезона и отличного начала летнего. Буду рад видеть вас всех весной на очередном стальном рубеже здесь, на Голоце Металлург Магнитогорск на озере Банное. А сейчас я хочу сказать, что соревнования закрыты. Спасибо, что были с нами. Спасибо организаторам! Ребят, по рабочим сертификатам, по квалификационным этим всем документам, сейчас судьи доделывают, и их вам сразу отдадут. В будочке будем раздавать. Проявите немножко терпения. Спасибо! Еще раз спасибо всем за то, что вы здесь. Вы доказали, что вы способны на многое. Занимайтесь своим любимым делом. Берегите себя и своих верных питомцев. Счастья и удачи вам, успеха и улыбок. С праздником, друзья! С праздником! Спасибо! Сейчас вчера пойдем.